Всем здоров, дорогие друзья, с вами Фомикс, и сегодня мы посмотрим опять новый тестовый режим. Я удивился, оказывается, здесь еще появился очень интересный режим, который, вот, возможно, выйдет 22-го. Это Prop Hunt, это что-то типа пряток в Call of Duty. Здесь, ну, собственно, мы либо охотник, который ищет солдат, которые спрятались, либо, наоборот, мы прячемся. Ну, давайте начнем. Это уже что-то прям очень странное, капец. А, мы должны выбрать. Давай вот это вот. Я столб, зашибись. Пацаны, что, погнали? Это пиздец. Я встану вот сюда. Блин, я тупанул. Я поменялся. Я мог поменяться. Давайте вот, вот сюда. Вот так встану. И будем ни хрена не делать. Как-то я, по-моему, у бога спрятался. И тем не менее, вот так вот и засядем. Я поменял на убогое место. То есть палка вообще шикарная. Вот, к сожалению, я поменял и стал огромной такой хренью, которая очень заметная. Ну и будем тупо сейчас ждать. А, я вот, свистю каждый там... Так, подожди, пацаны, нет, 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 уйдите. Сейчас опять свистну, сейчас свистну. Нет, 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 мужик, уйди, мужик, уйди. Вот сука. Да надо было вот эту маленькую хреньку, я бы выиграл бы. Вот, пацан в мусорке спрятался. Есть еще мусорка, есть еще кто-то. Давайте посмотрим. Гантели. Гантели убили. А, нет, гантели живет еще. Ее убить не могут. Пацаны, гантели-то убейте. Убили все-таки? Нет, все, выиграли. Не я выиграл, но пацаны молодцы. Ладно, давайте я мячик. А мы все мячики, да? А, это приматч. Мы пока готовимся. Черт, черт, черт. Что выбрать? Давай вот это. А, нет, давай вот это. Это 80 монет стоит. Тут еще... А, не то, ладно. А поменять? Бочка. Во, бочка другое дело. Только, блин, все равно... Куда бы встать? Чтоб прям логично было. Нет. Нет, блин, все говно. Пацаны, все говно. Вот так вот. Где тупое место. Не знаю, говно идея. Ну-ка, если вот так вот. Бочка на бочке. Логично же. Да нет, тупая идея. Что делать? Не, бочка тупая идея. Слушайте, не, бочка тупорылая идея. Честно. Нет, тоже плохая идея. О. По-моему, я вообще выделяюсь, да? Во, нормально. Сойдет. Ну давай, уйди. Да пошел в жопу. А, не, все нормально. Я прям на нем прыгал. Сейчас, подождите, давайте еще раз там же. Где это охеренная бездна? Никто не заметил, нет? Супер, плюс 200 очков, короче, да, если ты выживаешь. Номер один. Ладно, окей, я охотник. Это раздражает. Честно, прикольнее, конечно, всего прятаться, а не искать.
кажется. Да вряд ли. Здесь куча предметов. А, у меня бесконечные патроны. О! Ништяк! Это был пацан. Я и первый убил. Все супер. Херово спрятался ты. Кусты. Ну, судя по всему, тут кусты, короче, могут быть. Пацан реально может прятаться в кустах. А где-то здесь. А, все, убили. Супер, победили. Пацаны. Так, быстро выбрать, 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 выбрать. Да вот это и выберем. Черт, и куда спрятаться такой махины, реально? Вот так ты хер спрячешься, честно. Вот так вот, логично, да? По-моему, идеально, пацаны. По-моему, вообще идеально. Я не знаю, если меня кто-то найдет, это будет, не знаю, прям отстойно. По-моему, охеренно спрятался. Если только вот случайно кто-то прострелит, случайно вот попадет, но... Проблема в том, что я свистю много, но, блин. Ну, 3 минуты, все, короче, ждем. Я прям уверен, что я наконец-то нормально спрятался. Survived. Каждый раз, чем больше я, оставляю живых, тем больше очков я зарабатываю. Вон, они начинают, да, стрелять. Они слышали, что я где-то здесь, и... У нас пока ни одного не убили, но сейчас убьют по-любому. Ай, а, да ты угораешь, что, да... Сук, да как ты нашел, тварь? Да там нереально было. Короче, я так плохо вижу, один на крыше спрятался, другой здесь. Они вообще какие-то мусорки, которые так понятно стреляют, там камень был. Просто вот как такое не стрелять? Он просто на крыше. Вот, все, конец тебе. А, я же говорил, сдохнул. А, нет, живой еще. Ну, это я дурак, а, ну, не прячусь. Да убьют тебя, убьют, пацан, убьют тебя сейчас. Ох, нифига, он классный. Да, убили. У нас еще осталась коробка. Короче, осталась мусорка и коробка. Короче, прожила мусорка. Отлично. Блин, веселая, на самом деле, крутая тема. Но только когда прячешься. Я уничтожил. Я в одного нашел пацана вообще легко даже. Я немного понял фиху. Так, конечно же, подарки, 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 подарки. Так, где бы подарком спрятаться? Не, подарки самая тема. Я знаю идеально, сейчас подождите, место. Вот здесь вот. А, черт, а нельзя. Черт, у нас проблемы. Я что-то думал, что можно на подарки запрыгнуть. И было бы прикольно, но... И все не так просто. Ну-ка, сюда. Я думаю... Так, сиди, хотя... Неплохая идея. Вот так вот. Все, последняя минута осталась. Последняя минута, и он там двоих не нашел. Ну давай, чуть-чуть осталось. 20 секунд и победа. Да, даже под конец можно вот такой фигни понаделать. Эй. Типа логично. И можно утопиться нафиг. О, кстати, неплохая идея. Ну, было просто. Мы в первый раз замочили одного, да и... Ну что ж, и опять дальше искать пацанов.
на этом я закончу. На самом деле, кайфовый режим. Вообще странно, что такое вставили в Call of Duty. Вообще не, абсолютно неожиданный. Но на новогодний такой режим. Если вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А пока на этом все. С вами был Фомик. Всем спасибо. Всем удачи. Всем пока.